А сейчас нам нужно вспомнить все наши рассуждения, которые мы должны проводить при выполнении вот таких подобных заданий. 56 минус 24. Это вычитание двух двузначных чисел без перехода через десяток. Можно рассуждать несколькими способами. Например, из 5 десятков вычитаем 2 десятка, будет 3 десятка. Из 6 единиц вычитаем 4 единицы, будет 2 единицы. То есть ответ 32. Можно работать другим способом. Например, из числа 56 отнять сначала 20, а потом отнять еще число 4. 56 минус 20 равно 36. 36 отнять 4 равно 32. Поэтому, если встречаются подобные задания, например, 48 минус 16, ты можешь найти их разность любым удобным для тебя способом. 40 минус 10 – 30, 8 минус 6 – 2, ответ 32.